Шел в школу, за детьми тревога была. Поймал военкомат. Так и все. Дали повестку, пригрозили, что или тюрьма, или война. Ну, учились по месту в бирках. 2 месяца, потом месяц на полигоне в Старичах. И потом привезли сюда, в Восток. Уровень подготовки оцениваю. Для таких, как нас набрали, он никакой, мы ничего не научились, потому что дряхлые все старые и больные. Ну, старые автоматы, пару пулеметов ручных и 2 трубы одноразовых – это не оснащение. Наш...
отбору с военкомата. На улице споймали, дали повестку, прошел комиссию. Годен, отправили служить. Слабый уровень подготовки. К войне не готов, так как проходили подготовка к стрельбе. По 8 патронов, по 10, это как дети в школе. Нету ни техники, ни кроме автомата. Была задача поставить, держать оборону контрольного пункта, где был наступ вашей армии. Просто нет. Да, прилетел, либо сбили, либо прилетело, Саша, не знаю. Либо наши сбили. Господи, вообще кошмар.